Кто рожден был у моря, тот полюбил навсегда. Белые мачты на рейде, в дымке морской города. Свет маяка над волною, южных ночей забытье. Самое синее море, черное море мое, черное море мое. Второй раз я пришла на море, первый раз я не снимала, мобильник был разряжен. И вот сегодня я уже хорошо зарядила его и пришла на гараж второй раз. Вода плюс 25 градусов, но я что-то не решаюсь. В прошлый раз было много водорослей, но сегодня вода почище. Но для меня 25 градусов – это все равно холодно. Я окунулась так, зашла по коленке и вышла. Много очень чаек. Вон они кричат, плавают. Но вот здесь я прошлась по берегу, аж туда далеко, к обручам. Вот наши гаражи. Вовин гараж. Вот он полностью он зарос виноградом диким. Вот дверь закрыта, сетка, это клетка закрыта. Ну вот, Алена, твой гараж тоже зарос, но здесь хоть вход свободный, потому что приезжали гости, приходили сюда и, видать, выпололи. Или Жорик приходил. Ну, уже чувствуется август месяц, уже листья начинают желтеть, вот как были такие зелененькие они. А теперь уже осень приближается, уже сегодня 14 число или даже 15, я уже со счету сбилась. Вот, какое сегодня число? Сегодня у нас среда. А число точно я не помню какое. Нет. Ну вот много людей здесь. Все в основном в гаражах сидят. Уже вечер, 7 вечера. Вот. Ну вот соседи, обычно у них все здесь очень ухоженное, но в этом году у них тоже как-то не очень, чтобы очень цветочки там искусственные. Но у многих людей цветы есть и натуральные. Здравствуйте. Это Земелин гараж, это Пантелеича. Дальше к окошке гараж идет. Ну вот такое море. Ну все. Всем привет. Пользуясь случаем, там гараж, показываю вам этот островочек, где мы много лет отдыхали. Всем привет!